Для того, чтобы вам хорошо найти быстро этот ресторан-отель, обратите, пожалуйста, внимание, наверху виноградная гроздь, сделанная из венецианского стекла. Мы с вами на входе в ресторан «Расподы Ува». Еще раз вам хочу подчеркнуть, что для русских туристов обратите, пожалуйста, всем внимание на вот этот знак. Это значит, что член общества, добро пожаловать, заходите спокойно в этот ресторан. И нас ждет его хозяин. Здравствуйте. Господин Альвизе, здравствуйте, очень приятно. Спасибо. È tutto il condimento tipico della cucina italiana, dal pomodoro fresco, il pomodoro pacchino dalla Sicilia. Здесь готовится, вы видите, это свежие помидорчики, которые к нам приезжают из Сицилии, или те же самые лимоны и, конечно, свежие фрукты. Dai bigoli agli spaghetti, le linguine, i maccheroni. И все продукты, это, конечно, макароны, все это итальянского производства. Итак, на первое блюдо мне принесли типичное итальянское блюдо. Это лапша, приготовленная со свежими помидорчиками, базиликом и, конечно же, оливками. Запах стоит, уже у меня слюнки текут. И сейчас, конечно, я жду не дождусь, чтобы попробовать это типичное итальянское блюдо. А сейчас нам шеф приготовил сюрприз. Что нам приготовил? Это блюдо называется «Лагуна», которое встречает море. Приготовленный с разными моллюсками и завернутый в сардины. Жалко его так, но попробуем. Вкус уникальный, потому что внутри горячее, а сверху холодное. Получается очень вкусное. И вино, с которым мы вам предлагаем сочетать это блюдо, это вино Мази. А сейчас нам принесли десерт. Что? Это мороженое, сделанное с орешками пиштаки. Дыневое мороженое. Итак, я вас приглашаю «Расподы Ува», добро пожаловать и на здоровье! На здоровье, Елена, на здоровье!